Всем мэраба, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я нахожусь в районе Махмутлар. Здесь в люксовом проекте, который будет сдан до конца этого года, продается 1 плюс 1. Срочная продажа, таких цен тут нету, заранее говорю. Деньги даже можно передать в России рублями, евро или долларами. Сами решите, познакомлюсь с хозяином квартиры. Итак, глазами вы увидели, снова покажу. Вот, глазами видно все вот так. Сейчас туман, облака. Также видны горы в той стороне, так как облака не могу показать. И крепость Алании в той стороне, вот за этим зданием. Состоит проект из двух блоков. Стены уже покрасили. Двери, окна, все поставлено. Сейчас все сами увидите. Огромная территория, будет велодорожка. Тут песочница, игровая площадка для детей. Три бассейна. Есть крытый бассейн, сауна, хамам. Я спущусь вниз, но пока там ведутся работы. Покажу вам всю территорию. Территория состоит из 12 тысяч квадратных метров, что ли, не помню. Но территория огромная. Открытая парковка снаружи будет. Так. Сторона юго-западная. Вид на горы никогда не закроется. Здесь, если вдруг когда-нибудь что-то построят, будет бассейн. Так. Балкон. Где-то у нас 6 квадратных метров. Высота потолков 285 сантиметров или 290. Так. Здесь будет встроенный шкаф. Видите, да, все. Двери такого качества не будут царапать. Пакеты. Так, санузел. Установлены такие вот дверечки. Все с доводчиками. Санузел. Здесь у нас спальня 11 квадратных метров. 11,5, так скажем. Так. Отсюда видно кусочек моря. Глазами все видно. Вот так. Как понимали. Даже вот так. Все, спускаюсь вниз. Расстояние отсюда до моря максимум 600 метров. Здесь субботний рынок. Мадам Коко, 3М Мигрес, подземный переход к пляжу. Кое-что уточнил. Там поликлиника переезжает сюда. Это построили новую поликлинику. Здесь сейчас мэрия Алани удлиняет дорогу, увеличивает. Вот так вот. Средний этаж. Проект находится на высоте 13 метров, чем все остальные проекты. Если так считать, это этаж 7-8 между ними. Чтобы понимали. Использованы качественные стройматериалы. Термопакет окна. Это же я в другую квартиру зашел. Здесь их много. 280 квартир, что ли, не помню. Три лифта. Вот уже поставили двери. Выход к лестницам. Здесь вот две такие лестничные площадки. Это уже другие планировки. Давайте здесь тоже глянем.
Это другая планировка. Отсюда вид на горы. Вот, здесь будет открытая парковка. Проект типа похож на букву В или как там, рыгатка. Вот такие планировки есть. На данный момент самая минимальная цена у этой квартиры, чтобы понимали. Можно его даже продать после сдачи этого проекта, минимум где-то за 130 тысяч евро. Хорошие инвестиции. Здесь клюв, так скажем, справа, с левой стороны 1+1. Вот. У той квартиры квадрат метра на 2-3 побольше, чем вот эти. Здесь будет застеклено все. Вот. Я сейчас снаружи покажу, проект будет очень красивым. Давайте так, с высоты покажу. Надеюсь, не упаду. Огромный один бассейн. Там второй бассейн. Там будут горки или тут будут горки, не помню. Могу фотки, 3D, изоляцию, все отправить вам на телефон. Там WhatsApp, Telegram. И здесь еще будет детский бассейн. Там детская игровая площадка. Или нет, теннисный корт. Да, там будет теннисный корт. Мини-баскетбольная площадка. Крытый бассейн, сауна, хамам в том блоке. Здесь будет бар, еще что-то, что-то. Кинотеатр, наверное, и там подобное. Ну, все, что надо, показал. Сейчас покажу здание с той стороны. Вот как буквы В. Так коридор и так коридор. Там есть лифт, тут есть лифт. Как раз все, кто здесь приобрел недвижимость, посмотрят, что к чему, и поблагодарят меня. Скажут спасибо, что снял ролик. Вот такие мраморные лестницы. Один лифт будет вместим 12 человек, другие по... Или... Сейчас, блин, три лифта по 12 человек, кажется, будет. Да, лифт большой. И этот тоже большой, да, правильно. 12-12, а там, кажется, той стороны 8 человек вместимость. Сейчас спускаюсь. Вот. Цвета вы уже видели, как будет выглядеть проект. Там будут звездочки. По вечерам будет все светить. Здесь будет стекло полностью. Квартиру можно будет обставить мебелью где-то после 20 сентября. Как мне объяснили. Ну, скажем, конец сентября. Этот блок почти готов, как вы видели. В том блоке тоже уже обставили. Кухонную мебель, керамику. Все сделано. А осталось кое-какие дела с сантехникой. Я вот сейчас внизу видел, как уже трубы уже все поставили. Внизу сейчас вам... уже покажу. Здесь будет инфраструктура, потом нулевой этаж, первый, второй, вот так считается здесь, это подвальный этаж считается, потом земинкат или бодрумкат, не помню тоже. Всю информацию скину вам в WhatsApp, Telegram, Viber, где здесь было. Так. И будут две дорожки. Один справа, один слева. Угу. Мастера полностью работают. Все, а тут длинный стал ролик. Все, ставим лайк. Подписывайтесь на наш канал. Если все еще не подписались, пишем комментарий. С вами был Агасис, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.